Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Фир. В последней серии мы встретили до усрачки страшного робота, который заставил положить кучу кирпичей. Кроме того, нашли интересную пушку-отбойник, которая убивает практически с одного выстрела всех. Но ее я пока приберегу и ходим с этим. Все так же ищем Элис Уэйт, но основная задача прежняя — убить Феттеля. Я так понимаю, что до конца игры нам это не дадут сделать, потому что ищем мы его всю игру. И безрезультатно. О, моя прелесть. 180 здоровья, охренеть. Аптечка. Что дальше? Скотина. Так, ладно. Отряд, перекличка. Куда мне идти? Иди нахер. Ёжик. А! Тихо. Еще один. Ёжики прикольные, конечно, получаются. Так, ну все вроде. У вас двое было, как я понял. Так. Что у нас тут в закутке? Абсолютно ничего. Absolutely nothing. Так. Блин, опять темень. Ну, зато есть аптечка. Блин, ну давай иди, ну что ты застреваешь-то? Хорошо. Ладненько. Да я помню, что нам нужно найти этот завод. Потому что там, судя по всему, находится проект из... Элис? Элис, иди сюда. Ты ведь ее искал. Она вкусно пахнет. Блять. Бедная Элис. Похоже, Элис попала в руки к Феттелю. А чего, собственно, и следовало ожидать? Хрен ли она убегала-то от меня? Я же ей помочь хотел. Так, и сейчас, похоже, начнутся глюки. Да? О, блядь! Понятно. Мы опять попали в зону глюков. Это печально. Она мне многое рассказала. Твою мать, Элис. Ладно, будем надеяться, это нам просто показалось. Элис жива. Потому что Элис... Твою же... Альма, ну хорош! Альма, хватит меня пугать, пожалуйста. Блять, это все плохо кончится. Плохо кончится. А! Твою мать, какого хера происходит? Фу, ладно, двигаем дальше. Пора привыкнуть к такого рода глюкам, но все равно пугает. Так, здесь никто не живет, написано. Туалеты. Тут нам делать нечего. Видимо, в это окно. Да, я угадал. Безопасность. Опасность Элисы Харланда Уэйдов. На связь она уже не выходит. Элис была симпатичной девушкой. Была, потому что я уже видел ее труп. Надеюсь, мне показалось. Все-таки. И, в принципе, насколько я понимаю, совсем не злым человеком. Просто старается защитить своего отца. Но, похоже,
вашем районе обнаружены значительные силы противника. Будьте осторожны. Для нее это плохо кончится. Да когда же в моем районе не было значительных сил противника-то? Пора привыкнуть. Так, какой-то большой коридор, мне он не нравится. Надо сказать. Чу-чу-чу-чу. Блять, зачем я сюда иду, а? А, иди нахер. Верните его. Понятно, глюки еще не закончились. Я уже обрадовался. А они-то еще и не закончились. Ваша мать. Ой, только не туда. Ага. Хорошая пушка. Но побережем ее. Ладно, похоже, начинается боевая часть. Ох, как хорошо. Так, все? Нет, не все. А, ладно. Довольно удачно они так встали. Интересно, а где водитель? Водитель убежал в панике. И опять тишина. На улице ночь. Блин, нет, нет, не хочу я. Так, что тут еще есть? Пока что меня мои пушки устраивают. Конечно, дробовик не помешал бы в закрытых помещениях, но, в принципе, у меня и так все неплохо. Блин, да просто хрен ли ты ногами машешь. Птичка. Еще птичка. Бородач. Так. А давайте вот это возьмем, потому что сейчас я стою двери, наверняка вывалится робот. Я знаю ваши местные приколы, вы обязательно что-нибудь такое сделаете. Ну почти угадал. Мать твою, 4 патрона. Ничего не видно. А! Вот это уже совсем не интересно. Но вот как раз на тебя такую пушку и берег. Чё, нравится? Познакомься с моим крупнокалиберным дружком. Так, что все? Нет. У него тоже неплохая пушка, надо сказать. Надо отобрать. Тем более у меня патроны заканчиваются на это. А, все, готов. Ну вот, собственно, и все. Когда я говорил, что отсюда вылезет робот, я почти угадал, вылез не робот, но въехал грузовик. Я не пойму, кто вообще водит эти грузовики, они как больные какие-то. Так, ладно, что у нас здесь? Здесь у нас аптечка. Ширева нету? Ширева нет. Ладно, один патрон. Его, я думаю, надо заменить той пушкой, которая была у этого. Вот у этого. Даже не знаю, как его назвать. Так, и подлечимся, сохранимся. Так. Пока что все получается. О, это еще какая-то прелесть. Я думаю, не хуже этой. Но ее мы тоже прибережем. Потому что ракетница пригодится нам против
робота, если мы его встретим, или хотя бы против такого же гада. А с этим мы и так справимся. Так, что мне сюда, что ли? Или куда мне? Видимо, сюда. Нет, тут даже ручки нет. Возможно, сюда. И не сюда. Ладно. Ищем другой путь. Допустим, вот так. Ага, я, похоже, правильно пошел. Так и вот так. Не, ну я же говорю, больные. Так, я слышу, кто-то бегает там. А! Блин, прям под ноги. Да, вылазь. Мы потеряли двоих. Все, отлично. Эта пушка себя хорошо уже зарекомендовала. Так. Что-то полегче стало. В предыдущей серии меня прям рвали в клочья. А сейчас дали столько крутых пушек, что они просто ничего не могут со мной. Так, там еще идут. Давай, 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 давай. Не судьба. Там еще кто-то есть, по-моему. Блин, а? Ну да ладно. Все равно, все получилось неплохо. Ну да чего ж хитрожопые противники, а? Постоянно обманывают. Так, я надеюсь, отсюда какой-нибудь очередной психопат на грузовике не поедет. Да он не пролезет, скорее всего. Впереди завод Ремельмайер. Он очень хорошо охраняется. Ладно, мы привыкли. Мы привыкли к тому дерьму, что тут постоянно случается. Блин, а? Довольно большое открытое пространство. И довольно темно опять. Интересно, как я буду тут ходить. Увижу ли я врагов. Но, тем не менее, куда-то я попал. В обход этого огромного открытого пространства. А, нет, я просто на балкон выше забрался. Так, погодите. Никого там нет. Да твою мать! О, придурки! Ха-ха! Ой, дебил! Ой, дебил! Блин, какая атомная бомба взорвалась. Я охренею, откуда они, блин, права покупали все, что ли? Это же психи какие-то. Убийцы на колесах. Обалдеть. Я надеюсь, он один был. Тут второго камикадзе нету на грузовике. У меня после этой игры новая боязнь будет. Боязнь грузовиков. Так, а тут никто не полезет сейчас. Встречающая процессия, так сказать. Место довольно большое, открытое, так что здесь может быть, я думаю. Ладно. Здесь, я думаю, может быть робот. Но, судя по всему, нет. Ситуация в Оберне достигла критической точки. Вскоре после того, как вертолет вооруженных сил США потерпел аварию на крыше заброшенного отеля, неподалеку было зафиксировано вооруженное столкновение. В настоящий момент Оберн оцеплен. Идет эвакуация жителей этого крупного промышленного района. А в городе, между тем, продолжается жопа. Что ж поделаешь. Так, сохранимся. Что-то мне это место не нравится. Вот оно, большое и темное.
хотя не такой уж и большой оказался. Так, мы идем сюда. Давайте осмотримся, может я пропустил где Ширева. Но, видимо, нет. Ладно. Опять по каким-то техническим помещениям гуляем. Ощущение, что приближаемся к какой-то котельной. Ладно. Ну где ты? Да, вылазь. Так, это, по-моему, все. Хорошо. Еще кто? Да вроде никого больше. Насколько я могу судить. Так, и что мне тут делать? Мне, видимо, по трубам надо залазить. Блин, стоят я. А! Хорошо. И чё? Забираемся. Больно уж там у нас позиция неудачная. Отлично. Так, ну и что? Сейчас нам нужно спрыгнуть сюда и оттуда подняться вот так, видимо. Если я все правильно понимаю. И нам нужно этот... да, поменять это оружие. Что у нас здесь? Здесь у нас спуск вниз обратно. Я не уверен... О, вот это вот. Я удачно зашел. Хорошо. И все, возвращаемся. Теперь идем сюда. Тут нам опять это дают. Блин, а это тупик. Давайте возьмем. Мне что ли тогда получается все-таки там надо было спрыгнуть в дырку, даже не знаю, видимо действительно так. Ну давайте попробуем вот в эту дырочку спрыгиваем. А ну да. Так, тут игра у меня что-то покрашилась, но мы, тем не менее, продолжаем с этого же места. Идем дальше. Я так и не понял, почему она вылетела на рабочий стол. У меня там, конечно, вылезло кое-какое сообщение. Но, тем не менее, непонятно. PC Gaming он, как мы знаем, такой. Временами говно случается. Так, и что дальше? Куда это мы идем? А, ну, собственно, пришли мы туда же. Вот так. Хорошо.
Ладно, давайте посмотрим, что у нас еще тут есть. Вот этот спуск, он, я так понимаю, туда же ведет. Да-да-да. Так, ну, нам остается идти только сюда. Хорошо, сохранение. Давай-давай-давай. Блин, не дожал. Ушел, гад. Чуть-чуть не дожал. Ой, это тень была. Прям как в фильме. По тени стреляю. Только там обычно так. Хорошие парни обманывают плохишей. А тут меня обманули. Ой. Кого я вижу, а? У меня для тебя подарок припасен. Итак, знакомься. Ха-ха, чё, нравится? А, встал! Чё-то не особо мощная эта ракетница, надо сказать. Сколько у меня патронов? 12 на него пришлось использовать. Так, где он там? Ну ладно, в принципе нормально. Так, что тут есть? А, да ничего тут нету особо. Аптечка. Так, подлечимся. А, много колометов. Или как они тут называются. Я их называю колометы, потому что они стреляют колями, штырями. Так, еще подлечимся. Сохранимся. Что ж такое оставлять за спиной-то? Броня. Так, тихо. Кто тут? Кто-то топчется за спиной. Ну-ка, давай посмотрим. Ага, вон сквозь текстуру кто-то вылезал. А где ты, ёлки-палки? Да и хрен с тобой. Опять тишина. Грыбал. Валите его! Всем в укрытие! Давай, давай, давай. Ха-ха. Вполне неплохо, надо сказать. Блин, да перезаряжай ты, ёлки-палки. Нравится? Еще и есть. Понятно, кто там прятался за текстурой. Это он и был, похоже. Или вот этот солдат, который тут фарш просто размазало. Так, ну-ка, ну-ка. Да-да-да, вот тут вот он стоял. Так. Исполним здоровье, возьмем аптечку. Аптечек опять море. То нету, нету, то, блин, я не знаю, хоть жопой жить, извините за выражение. Так. Опять эта ракетница, нужно ли мне ее брать? А, ну, в принципе, она и так взялась. Блин. Я думал, отсюда кто-то стреляет. Видимо, показалось. Оказалось, показалось. Надо взять дробовик. Чуть мало патронов осталось. Обалдеть. Так, сохраняемся. И двигаем дальше. Блин. Она рядом. Ее сила здесь очень велика.
Ну ладно. Передай привет. Опять начинается зона глюков, видимо. Тут же как? Тут чередуется зона глюков. Боевая зона. Сейчас меня опять будут пугать, похоже. Так что надо быть подготовленным к этому. Так, аптечка. Охренеть. Это кто такой-то? Ага, стекло бронировано. Хорошо. Блин, а? Это как новый тип противников, похоже. С этими отбивными пушками. Отбивными, назвал же. Ну ладно. Умирает с двух попаданий из этого рейлгана. Что довольно-таки, надо сказать, печально. Это что за спуск такой качественный? А, все забрызгал. Эта пушка мне определенно пригодится. Это пока что моя любимая пушка в игре. Очень уж она мне понравилась. И эти солдаты вооружены именно ей. Так, у чего у меня мало патронов? У этого 15, более чем достаточно. О, все хорошо. Так, ну ладно. Блин, ты посмотри, это уже никакие не трущобы, это уже серьезное помещение какое-то. Тут, видимо, спуск вниз. Но мне, видимо, не спуститься. Так, а там что за панель? Нет, панель не работает. Видимо, мне куда-то дальше надо идти. Не дают спуститься в этот секретный комплекс. Вот так у всех на виду прячут секретные объекты. Блин, броня не взял. Ну хрен с ней, ладно. Так полно. Пока что не сложно. Ты посмотри, а. Прям-таки конспирация на высшем уровне. Да-да. А, ну и ладно, ребята. Я думаю, это прекрасный момент завершить эту серию. Увидимся в следующей. Всего хорошего. Пока-пока-пока.